Добрый день, судакчане, россияне, крымчане. Я веду свой репортаж, заместитель руководителя антикоррупционного бюро город Судак, Семен Валерий Николаевич, из города Судака. Сегодняшний репортаж я бы посвятил теории относительности в судакском исполнении по линии Серова-Сновика. Вот смотрите, судакчане, вот эта ручка. Вот у меня нормально все с головой, и думаю, вас тоже. Это ручка. Но по теории Серова с Новиковым это не ручка. Это может быть автомобиль, подводная лодка, самолет. Вот сейчас я сижу по теории Серова на трибуне открытого стадиона. Пожалуйста, крупно. Судаки открыли стадион. Это опять-таки наша местная газета «Судакский весть». То есть, по теории Серова, я на трибуне скандирую «Спартак чемпион», там «Динамо Киев чемпион». А на реале посмотрите, где я сижу. Это трибуна, я вам прошу с трибуны, как часть. Вот это футбольное поле, которое не открыли, полюбуйтесь. Детей. Вот здесь у нас, посмотрите. Я так понимаю, это Серов, видимо, выкопал для антикоррупционного бюро. Эту яму. Можно полюбоваться. Потом идем сюда. А как с подходом? О, это целая история. Мы сейчас все покажем. Это огрызки желто-блакитного варианта Серовского. Ну, видимо, его ностальгия по Украине. Желто-блакитная. Это здесь, видимо, касса, билет продавать. Вот теперь давайте посмотрим дальше. Вот здесь проводим соревнования. Вот видите. То есть, соответственно, дети бегут здесь, все бегут. Здесь огрызки асфальта. То есть, вот это куча все, смотрите. Вот это все. Это травмоопасный объект. Здесь может ребенок получит травму, ну, упаси боже, просто может убиться. То есть, куда смотрел МЧС, мне непонятно. Если этот объект принят, если есть уже трибуны, вот эта вот касса, то есть, это все как положено, то куда смотрит прокуратура? Вот у меня тоже вопросы прокурора, допустим, нашему. Теперь дальше, смотрим подходы. Давайте мы с вами пройдем, вот как мы заходили на стадион. Пойдемте за мной. Вот это мы с вами идем на стадион. Пошли. Первое, тут не умеет. Яма. Теперь пошли. И тут мы потихонечку проходим. Тут какие-то колючки. Пошли дальше. Пошли, выходим с стадиона. Идем на стадион. Это наш проход на стадион. Смотрим. Еще раз. Еще смотрим. Смотрим. Теперь выходим. Нет, еще тихонько. Тихонько там бутылки, смотрите, не упадите. Вот это мы вышли и зашли на стадион.